А у Семенова наклонности были, когда он и работал где-то в правоохранительных органах. Почему его с одного места, я не могу уточнить, какого места уволили, потому что сослуживцы, вот даже этот пример, они не могли же его терпеть такого у себя. Какие такие заслуги привели Семенова на эту должность заместителя директора речного училища по воспитательной работе, где огромное количество детей, где казарменное положение, где пусть 16-летние, но дети. У Семенова Олега Николаевича, вот, ну, в принципе, работа с курсантами была как основная. Как он мне сказал второй раз, когда он пришел сюда, я говорю, я сидел в законодательном собрании. Я говорю, ну, там же какие деньги по сравнению с нашими тут, это, с нашей зарплатой. Вот. Он говорит, ну, здесь интереснее. Я думаю, ну, может быть, интереснее. Ну да, на ситуации он как, он же если офицер был, правильно, он, значит, работал с личным составом, поэтому приблизительно-то знает принцип работы. Вот, соответственно, вот он, как зам по воспитательной, ну, в субботу-воскресенье приходил, получал еще плюсик от нашего руководства, что он работает в те дни, когда выходные никого практически нету, кроме дежурного по филиалу. Вот, ну и там, типа, повышает наш боевой дух. Хотя, по сути дела, потом выясняется, чем он тут занимался.